что такое Красная книга? Красная книга – это где там самые редкие животные и растения, и которые они находятся под охраной. Красная книга – это где записаны животные на грани исчезновения. Красная книга – это в которой занесены животные, которых нельзя убивать. В нем записаны исчезающие и цветы, птицы, животные, например, белый тигр. Красная книга – это где записывают животные или растения, или цветы. Это список, в который записаны животные, птицы и растения, которых очень мало на Земле. Кого там можно увидеть? Разных редких бабочек, редких растений и редких животных. Можно увидеть тигра, белого медведя или растения. Леопарда, можно тигра, льва и гепарда. Красную панду увидеть, белого тигра. Красного волка, белый медведь, трава меч, подснежник, беломордый дельфин. Почему так важно беречь животных и окружающий мир? Потому что если мы будем убивать редких животных, их останется очень мало. Потому что если убрать насекомого, то погибнут и птицы. А если погибнут птицы, то погибнут и животные. Потому что они бывают иногда редкие. Ну, потому что они могут быть полезными. Они могут нас помогать нам. Например, уже коровка, она ест вредителей в огороде. Они дают нам пользу. Они защищают нас от разных животных плохих. Чтобы не погибла земля и мы.